Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 14 Pro Max. И мы сейчас разберемся, как на данном телефоне включить таймер в приложении камера. Для начала мы активируем камеру. Мы сразу же в стандартном режиме фото. После чего нужно нажать на вот эту стрелочку вверх сверху. И чуть-чуть смахнуть влево, для того, чтобы увидеть эту иконку. Мы на нее нажимаем, и здесь есть возможность включить таймер либо на 3 секунды, либо на 10. Мы сейчас включим на 3, проверим. Раз, два, три. Снимок. Вот так вот. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.